В Египте очередной политический кризис. Представители оппозиционного фронта национального спасения, который объединяет наиболее влиятельные светские партии страны, решили бойкотировать грядущие выборы в Нижнюю палату парламента Египта. Как заявили представители египетской оппозиции, они не верят в то, что голосование будет честным и открытым. Для участия в выборах противники действующей власти требовали от официального Каира уволить генерального прокурора страны и допустить на участки независимых международных наблюдателей. Вместе с бойкотом фронт национального спасения Египта отказался от диалога с властью, который был инициирован президентом Мухаммедом Мурси.